Россиян призвали готовить финальный жест доброй воли. Массированный обстрел Украины в День независимости – это очередное проявление беспомощности захватчиков на поле боя и террористической сущности Российской Федерации Путина. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал россиян после 6 месяцев позора и поражений думать о финальном жесте доброй воли. Об этом он написал в Твиттере. Неужели еще не понятно, что попытка запугать украинцев – абсолютно проигрышная идея, заявил Подоляк. В свою очередь, Минобороны Украины призывает Россию капитулировать. В противном случае, Киев грозит разгромить российскую армию. Россия, сегодня, как и полгода назад, у тебя еще есть возможность подписать свою капитуляцию, прежде чем мы уничтожим твою армию на нашей земле. Часы тикают, тик-так, тик-так, говорится в сообщении Минобороны в Твиттер, опубликованном 24 августа. Напомним, что оккупанты вчера, в День независимости Украины, начали утром и всю ночь обстреливали территорию соседнего государства. Били по гражданским поездам, мирным городам и военным объектам. Больше новостей у нас на сайте. Спасибо за просмотр, лайк и подписку.